в 85% случаев нарушения, при повторных проверках то же самое, я ставлю вам задачу. Сейчас хватит уже выписывать какие-то там протоколы непонятные, которые никем не исполняются. Нужно накладывать штраф, как мы и договаривались, на руководителя, на лицо, которое отвечает за обеспечение безопасности на этом объекте. Вот давайте так поступим. На этой неделе мы штрафуем лиц, обеспечивающих безопасности. На следующей неделе выходим с повторными проверками. Если нарушения подтвердятся, приостанавливаем деятельность. В игрушки играться хватит.